Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Иванова Лариса, и я являюсь очень активной самостоятельной путешественницей. Скажу, что за полтора года я посетила 11 стран. 3,5 месяца это было непрерывных путешествий. Месяц в Таиланде, абсолютно в разных местах. Я каждую неделю меняла отели и переезжала в разные города. Далее это был Малайзия, Куала-Лумпур, потом островная часть, это тоже было месяц. Новый год я отмечала на Бали, тоже практически месяц я посетила Сингапур, потом вернулась в Таиланд и через Москву, в общем, через 3,5 месяца я потом вернулась в родной город Ростов. Далее это были различные страны и СНГ, и города России, и также страны Европы. Например, в июне мы с друзьями, нас было 12 человек, и мы посетили Прагу. Потом это была Вена, потом мы взяли на прокат авто и съездили на 3 дня в Венецию, и далее это был прекрасный Будапешт. Друзья, за полтора года 11 стран. Я скажу, что я безумно влюблена в путешествия. Для меня это сейчас такой наркотик, такой креатив, без которого я просто не могу жить. Я обожаю делать фотографии, записывать видео. У меня огромный канал, если вы наберете Иванова Лариса, вы увидите очень там в плейлистах много видео во всех странах, местах, где я побывала. Представляете, мы даже в Сингапуре проводили вебинар из самого бассейна Marina Bay на 57 этаже. Я каталась на слонах, я фотографировалась с обезьянами. Было очень много посещений исторических мест. В общем, все не передать словами. И вы спросите, конечно же, откуда средства? Друзья, я совершенно не долларовый миллионер, я обычный среднестатистический человек. Просто когда я узнала о возможности сотрудничать со швейцарским сообществом Fireflies, это компания, швейцарская компания, это клуб самостоятельных путешественников, то я, конечно же, воспользовалась этой возможностью. И я стала не просто очень выгодно, со скидками, гарантированно надежно путешествовать, но я стала еще и зарабатывать. Я выбрала именно этот путь, чтобы посвящать как можно больше различных стран, чтобы как можно больше заниматься любимым делом, путешествовать. Сегодня хобби и работа слились в одно. Говорят, найди себе любимое дело, и ты никогда не будешь работать. У меня получилось именно так. Поэтому я могу поделиться с вами этим счастьем. У меня получается и путешествовать, и зарабатывать. Хотите узнать как? Ссылочка под этим видео. Обращайтесь, скайп, звоните, пишите. До новых встреч. Путешествуем вместе. Путешествуем классно и круто. Пока-пока. До новых встреч, друзья.